Кроме лодочных моторов Вихрь, есть у меня еще вот такой лодочный мотор Микацу 20 2017 года выпуска. Наработка где-то чуть больше 100 моточасов, наверное. Сделан тоже в СССР. Винт стоит 11 шага для лодки Казанки Самото. В запасе есть винт 10 шага. Установлен тахометр. За время эксплуатации из поломок этот вот фиксатор газа, это я во время троллинга перетянул его так сильно, что сломал. Гаечку завернул, пока временно сделал. Заказал себе такой же фиксатор от мотора Хайди. Вот пришел, буду менять. Но это сам виноват. Перестарался. За время эксплуатации проблем с мотором нет. Заводится отлично. Тянет отлично. Единственное, заметил, при осмотре свечей, нижняя свеча почему-то постоянно как с нагаром. Почитал в интернете, посмотрел видео. Заказал себе вот такие клапана обратные от Тахацу. Потому что Микацу это копия Тахацу. А вот Тахацу здесь стоит такой клапан на выходе из штуцера. Вот если его сюда поставить, то свеча не будет больше такой. Будет нормальный цвет у нее. Светло-коричневый.